Ущерб так называемых «черных лесорубов» составил 500 000 000 рублей. Наведение порядка в отрасли стало ключевой темой координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание провел губернатор Вениамин Кондратьев. Сохранение лесов для Краснодарского края как курортного региона – вопрос приоритетный. Поэтому участие в совещании приняли руководители управлений ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Глава Кубани поручил сформировать рабочую группу, которая займется пресечением незаконной вырубки леса. Основная цель – подорвать экономическую выгоду нелегальных заготовителей древесины. Для этого надо активнее выявлять их точки сбыта, а также усилить патрули в местах вырубки. Каждому дереву, я говорю, мы же как и на каждую улицу полицейского не поставишь, и лесничего каждому дереву не представишь. Мы должны понимать подъезды к этим нашим лесам всего края. Каким образом вывозится он лес, где надо установить или на самом деле кордоны на постоянной основе, либо средствами видеонаблюдения круглосуточными контролировать ситуацию. А где беспилотные летательные объекты должны просто баражировать воздушное пространство за лесным фондом, просто системно летать и смотреть. Можно задействовать казачьи патрули, лесные даже. Так вот вы их мобилизуете, и поверьте, они свой лес никому не отдадут. Сергей Владимирович Полдин, нам в любом случае нужно будет организовывать здесь эту рабочую группу, месяц вам на проработку всех вопросов. Ситуация серьезная. И по-серьезному ее надо решать. Достаточно того уже, чтобы мы пришли к алгоритму, который нам позволит принять правильное решение. По крайней мере, приблизиться к тому, чтобы проблему с незаконной вырубкой леса в крае закрыть. Вот во всем нужно смотреть в экономических вопросах, а кому это выгодно, каким образом это у нас сегодня получают деньги, куда они будут идти, что вырубается, на каких участках, куда свозится и где это используется. Абсолютно правильно. У нас сегодня край не получает ни экономики с леса, ни экологии. Потихонечку мы, так сказать, приходим к печальному результату, если будем на это просто смотреть. Всего за прошлый год в крае было возбуждено более 200 уголовных дел. Сумма штрафов за незаконную вырубку леса превысила 1 миллион рублей. Однако это не сравнится с объемом ущерба в масштабах региона. В новую рабочую группу войдут заместители губернатора, представители полиции, ФСБ, специалисты Краевого министерства природы и главы районов.